Agony, fighting out of the blue corner. Бойцу 22 года. Рост 170 сантиметров, вес 65,8 килограмма. 22 years old, he stands 170 centimeters tall. Official weight 65.8 kilos. Его профессиональный рекорд 9 боев, 7 побед, 2 поражения. Professional record 9 bouts, 7 victories and 2 defeats. Его стиль MMA, дамы и господа, ladies and gentlemen, please welcome from France, Mamadou Gouye! И его соперник в красном углу, бойцу 22 года, рост 177 сантиметров, вес 65,8 килограмма. Его прекрасный профессиональный рекорд состоит из 10 боев, 10 побед при ни одном поражении. Дамы и господа, его стиль ММА, он представляет бойцовский клуб «Ахмат Россия», не знающий поражений, Хусей Асхаба! Рефери боя Сергей Пелиховский. Ну, пока все те, кто говорили, что мы серьезно готовились, мы очень серьезно готовились. До второго раунда дожил один. Ты прописью один. Сейчас посмотрим, что из себя представляет Мамаду Гуе, который также рассказывал. Ну, представляет клуб имени самого себя, к слову сказать. А почему нет? Высоту, а почему нет, если, ну, если он настолько классный боец. Был такой турецкий боец, вы мне, наверное, напомните, дрался с Толиком Покровским. Я понял, на да, Fight Nights, да. Тоже, Мурат Казган. И вот он представлял тоже клуб имени самого себя. Ну, при этом про рекорд него, у него был, по-моему, 4-0. Про него, мой знакомый, старый знакомый с Гекан Юзиди, который на крайнем UFC с Хендерсоном выходил. Да. Знаете, я думаю, Гекан мне рассказывал, что вот сейчас он Толика разберет, и ох ты, ушел сразу в печень. Ну, и сразу же его там в UFC подпишут, но Толик его сбивал. Толик ему на минуту сломал челюсть. Видимо, надолго. Что касается Хусейна Асхабова, 10-0 красноречиво, более чем красноречиво. Ну, у французов как? У них вот их 100% fight, который, где без добивания в партере, вроде как лежачего не бьют. Но это при этом ММА. И при этом это считается ММА. Ну, с какого-то бока. То есть это смешанное единоборство, но в партере бить нельзя. Ну, вот как-то Европу. Странненько. Да. Туда некоторые добавляют еще одну букву, получается логично. Не будем. Тут тоже я не прав. Значит, Хусейн Асхабов, очевидно, брат Хасана Асхабова, который за бой до этого одержал победу над Грегором Вейблом из Швейцарии. Насколько я понял, он вводил его на этот бой. Молодец. Рискнул пропустить колено сейчас Хусейн, да, и вроде вниз там куда-то попал, и сам перевел вниз. Французы, ну я что-то гениев партера из них особо не припоминаю, так вход, по крайней мере. Я не то чтобы особо, я в принципе не припоминаю. То есть они даже то, что я, показывают нет, я, у себя я, на контракт файт, это попытки удержания. Я помню, как-то мой добрый друг Коля Калушанский дрался с трехкратным чемпионом Франции по джиу-джитсу. Как? Убил его что-то за минуту, причем треугольником. Да. Трехкратный чемпион Франции. Видимо, уровень французского джиу-джитсу под властью Николая Глушанского. Целиком и полностью. Как это, скромному мастеру спорта по боевому самбо. Ну, чемпиону Москвы, как Алексей Оленик любит представляться. Я говорю, чемпион Москвы по боевому самбо. Нет, ну, в принципе, не врешь. И это правда, да. Сын пока отличный контроль, пытается улучшаться, то прихватывает, но и на ногу пошел. Вот да, сейчас да, хорошо, да, может, да. Отличное положение для пятки. Сейчас будет пятка, молодец. Все, привет семье. Ну, так вот поборолись. Молодец. Опять-таки молодец. Подготовка оставляет, так сказать, желать. Зевнул уход. Посмотрите, ой, как здорово изнутри. Да. Класс. Класс просто вообще. Вот пятки вообще супер. Лучше всего делать именно в положении, когда ты находишь лицом вниз. Почему? Тогда у соперника ты ногу соперника фиксируешь своим собственным весом, и ему тяжелее уйти, тяжелее скручиваться. Вот. Когда ты находишься, например, лицом вверх, да, то он может делать вращательное движение в ту же сторону, куда ты ломаешь пятку, и доставать колено. Вот только достал колено, все, ты уже ничего не сделаешь. Ну, кроме интересного приема, когда достает колено, ты можешь прыгнуть на него и сделать ущемление икроножной мышцы. А, ну это редкая штука. Очень редкая, но пару раз я видел и даже сам делал. На ногу. Победу одержал. And your winner by submission victory tap out. Хусейн Асхабов уже набирает рекорд 11-0. И прямо скажем, это все серьезнее и серьезнее. Ну а в зале также присутствует Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов.
Да, да, да. Это самые яркие представители сегодняшнего боевого самбо. Ну, по крайней мере, как я сегодня вижу. Ну и, наверное, смешанных единоборств. То есть да, Хабиб на Хабиб? Сегодня номер один. Лишний раз объяснять, наверное, не надо. Вот.